Що палає під Москвою, чому припікає у Кадирова і хто вкидає інформацію про буцімто досягнення якихось перемовин про припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури з боку України, Росії. Про це не тільки поговоримо просто зараз. Звати мене Ірина Узлова, з нами традиційно Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Вкид російський, каже Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, коментуючи інформацію розгорнутої статті Financial Times про те, що Росія і Україна буцімто ведуть переговори про припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Каже, що самі росіяни це і поширюють. Для чого це потрібно росіянам? Для чого фейк про те, що нібито курська операція зривала ці переговори в Катарі? Чи взагалі можливі такі переговори все ж таки? І чого можна ними досягнути? Бо Росія порушила за перші 8 років війни майже 200 домовленостей про припинення вогню. Тут же ж вона теж все порушить, навіть якщо такі перемовини мали місце або мають місце. Ну, переговоры были о сдаче Крыма и Донбасса, в которых Подоляк участвовал в 22 году, 27 марта в Стамбуле. Потому Арахамия, Подоляк, Умеров, Резников и вся остальная братья канцелярская. То есть, по большому счету, это уже было, потому если теоретически предположить, что идут переговоры, да, конечно, можно предположить. А чей это вброс, для чего и с какой целью, ну, это уже не важно. Дело в, надо рассмотреть действия как таковые. Переговоры, зерновая сделка идет, зерно катится наше, российское. В Новороссийский терминал качает 60% углеводородки, и никто его не трогает. Дроны рядом пролетают и так отворачиваются стыдливо. Вот так вот пролетают, там на Чечню полетело, Новороссийск вроде как не заметил. Ну, такое бывает у нас. Такие стыдливые у нас дроны, кисейные барышни. Потому вопрос по переговорам идут или нет, ну, он сам по себе лежит на поверхности. А вот теперь по действиям. А когда последний раз хотя бы нас один дрон зашел на НПЗ? А что давно? Ну, а я же об этом и говорю. А что случилось? Что такое? Ну, забыли, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, или россияне их сейчас перетянули на другое место? Вот одномоментно все взяли, вот представьте себе, нефтеперерабатывающий завод поднял подол и тихо переместился на несколько десятков километров. Да? Ну, то есть примерно так. Лисочка. Такого ж не было. Да, или с предпрыжкой там. Та же самая картина, связанная с российскими энергообъектами. А когда последний раз хотя бы один наш дрон зашел на хоть одну энергостанцию или трансформатор? Да никогда, вот последние несколько месяцев не слышно, не видно, но самое интересное другое. Российские дроны заходят. Бьют по нашим подстанциям, по линиям электропередач. Вон ЦУМы сидели без света, Конотоп сидел без света. Ну, то есть они-то как раз по нашим добивают нашу энергетику, а мы почему-то на российскую энергоструктуру вообще не смотрим. Если это не договоренности, то это, честно сказать, так мягко скажем, 111-я статья, это госизмена в чистом виде. Уже кому ее так сказать, на кого ему вешать, это уже пусть следователи прокуратуры и безопасности разбирают. А вот контрразведки имеется в виду. А то, что если эти переговоры ведутся, допустим, так они ведутся в пользу россиян. Почему? Потому что россияне в течение 2 лет уничтожили все наши гидроэлектро- и тепловые электростанции балансирующие, либо повредили их. У нас же сейчас нет балансирующих мощностей. Россияне уничтожили все наши НПЗ. Ни один нефтеперерабатывающий завод в Украине сейчас не работает. А вот представьте, в таком состоянии ведутся переговоры о том, чтобы друг другу не били по этой энергоструктуре. Ну так это тогда переговоры о том, чтобы не бить по российской. Вот это я понимаю, потому что наша уничтожена. Это примерно, знаете, как давайте съедим сначала твое, а потом каждый свое. Ну вот хорошее предложение, правда? А то есть наши съели, а теперь российское доедать уже никто не будет. И вот если такие реально переговоры идут, так этих переговорщиков с нашей стороны надо ставить в стенки и расстреливать. Потому что это практически это безопасность российской энергоструктуры сейчас в переговорах. Самое интересное, она сейчас соблюдает эту безопасность. Мы только с вами сейчас на пальцах это показали. Ни одна ракета, ни один
дрон, ни одно средство поражения дальнего по российским НПЗ не зашло за последние несколько месяцев. Ну, здесь а дальше делайте выводы. Еще раз повторюсь, заниматься этим должны контрразведка, службы безопасности. Здесь в чистом виде 111 статья госизмены. Ну так, да, чесно кажучи, дуже дивно, що ми припинили. Ну там інколи десь по Рязанщині щось прилітає, щось хтось каже, можливо, це пауза до 5 листопада, але чого ми повинні слухати Сполучені Штати, які не дозволяють навіть в вигляді реакції на війська КНДР, які вже зайшли бити далекобійною зброєю, які не дають цей дозвіл, чому ми маємо слухати їх? Це що тоді може бути якась така і тристороння виделка, що і Сполучені Штати фактично з грудьми захищають НПЗ Російської Федерації? Ну, если это пауза до 5 числа, так это ладно. Главное, чтобы это не менопауза была, и чтобы это не навсегда. Вот здесь вот эта проблема к нашим, вопрос к нашим генералам. У них менопауза, скорее всего. Так это проблема большая. И тогда надо на гражданку уходить и дать возможность молодым, так сказать, здоровым, с большим количеством яйцеклеток выполнять дальнейшие задачи. Потому есть проблема. Есть проблема именно в руководстве, причем не военном. Военные же сами решения в этом случае не принимают. Политическое руководство, в основном связанное с канцелярскими жуликами, которые иногда начинают руководить армией, в том числе, связывая генералам руки, превращая малюков в малюков, или Буданову в малюков, да? Ну, то есть малышей, так называемых. Представьте себе генерала Малюка и сделать из него малыша. Закатали его в люльку и засунули соску в рот, чтобы даже не возникал. Ну, представьте себе, что это такое. Этого нельзя делать ни в коем случае, потому что это, во-первых, нивелирует работу наших спецслужб, а во-вторых, расколаживает наших противников. Они понимают, что где-то кто-то с кем-то договорился, занес какой-то чемодан, что-то где-то не сделал. И их энергосистема как работала, так и работает. Но самое интересное и опасное для нас другое. Они по этой работающей системе производства и передачи, допустим, электроэнергии, в том числе, а в основном углеводородки, они же получают валюту. Доллары получают за газ, за нефть, особенно за нефть. Десятки, сотни миллиардов долларов, которые они вбрасывают потом в военное производство. И в конце концов каждый доллар, который туда идет за нефть, и обратно прилетает к нам уже пулей, и эта пуля убивает наших солдат. Вот где проблема основная. Потому перестаньте, называется, издеваться с генералов, в конце концов. Ну, то есть это политиков касается, причем политиков и исполнительной власти в том числе, потому что в основном рулит исполнительная власть, канцелярские жулики, то есть эти мошенники, которые пытаются повлиять, а может быть где-то и продать некоторую проблему для россиян. Вот сейчас видно, что проблема для россиян снята. То есть по российских энергоструктурах, по российским нефтеперевалке, по российских нефтеперерабатывающих заводах не бьет. Это ж миллиарды долларов. Представляете, сколько можно себе нарахамить, сняв такого рода проблемы. Однозначно. Україна скликала терміново Радбез ООН, будуть обговорювати залучення військових КНДР до війни в Україні, повідомив про це представник України при ООН Сергій Кислиця. Те ООН, представник і генсек якої їде до Казані їсти чак-чак і обійматися з Путіним, ну, можна, звісно, скликати. Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із медіа представників Північної, не Кореї, а Європи, каже, що ми навіть не будемо просити і наполягати на тому, аби війська західних країн доєднались до бойових дій в Україні на фоні участі доєднання до окупаційних російських військ, військ КНДР. Для чого скликати оцю організацію отмивання налічки, як ви її влучно і ми тепер називаємо, і чому ми не будемо наполягати, аби війська західних країн доєднувалися, на чому ми маємо наполягати, бо як самі не попросимо, так ніхто вже зрозуміло, що ті нам нічого не дадуть, друзі. По поводу присоединения к выполнению наших боевых задач, это здесь, наверное, не так связано будет с корейцами, как таковыми северокорейцами, а как связано с возможностями наших партнеров и с их определенными отношениями уже внутри НАТО. А французы давно пытаются к нам заехать и выполнять боевые задачи, развернуться на нашей территории. Страны Балтии, также несколько стран готовы выполнять такого рода задачи. Еще несколько стран Европы были бы не против, но их останавливает Белый дом. Пока еще Байден руководит процессом, пока еще сильны эти отношения с Москвой.
Салливанские, я бы так сказал, салливанско-бионские отношения с Москвой, не дает возможности выполнить эту задачу, и вряд ли она появится до выборов или там до окончания каденции, до 20 января, пока Байден у власти. То есть эти договоренности не удерживаются, они, скорее всего, уже проплачены и уже получены и пропиты. Потому вряд ли мы это все услышим, но Организация Озабоченных Наций, которая пытается еще и отмыть наличку, естественно, она не примет никаких решений, но нам надо было как-то показать, скорее всего, обозначить, по крайней мере, на какой-то из мировых площадок сам факт использования северокорейских войск в нашем противостоянии, в нашей войне с Россией. Кислица в этом смысле правильно повел, то есть это наш постпред, постоянный представитель при Организации Объединенных Наций, очень хороший дипломат, кстати, очень хороший. Это вот готовый министр иностранных дел, которого знает весь мир, которого знают все страны, которого знают дипломаты все и вся, ну, потому что довольно-таки серьезные действия проводил в Организации Объединенных Наций, этих озабоченных, при развале этих, это ООН, или когда будем выходить из ООН, оптимальный вариант, конечно, его поставить министром иностранных дел. То есть это его реальный пост, и он как профи будет руководить весь всем этим дипломатическим корпусом, довольно-таки профессионально. А вот действия некоторых стран, допустим, которые могут нам помочь против северокорейцев, те же Южная Корея, та же Япония, вот как они себя сейчас поведут при действиях в ООН, допустим, на этой площадке, будет, может быть, они, кстати, могут себя повести очень довольно-таки для нас в положительном контексте, как минимум, дав возможность заключения прямых договоров. Вот здесь, если будут прямые договоры на поставку техники, особенно южнокорейской техники, то и японской в том числе, мы и так ее получаем, мы и так ею работаем. Но, тем не менее, если будут прямые поставки, было бы намного лучше еще и производить эту технику, как сейчас пытаются поляки это сделать, они же южнокорейские самолеты подтянули, Т-50-е. Некоторые используют некоторые самсунговские разработки, К-9, та же самсунговская САУ, часть из нее под крабы пошла по тележкам. Мы, кстати, используем ее в том числе. Фертина, это та же К-9, только уже в турецком производстве. Мы также ее используем. Потому для нас, допустим, южнокорейская техника, особенно артиллерийская, этих К-9 они наштамповали больше 1000 штук. То есть они могли бы с нами поделиться в этом смысле. Ну, прямые договора, и дальше уже можно работать. Так вот, может быть, как раз на этом совбезе, там, или, по крайней мере, подсветится на этом совбезе. Сама проблема, чтобы потом не собирали совбез по прямым контрактам между Украиной и Южной Кореей. То есть это будет понятно уже на этом совбезе, почему дальше будут наши прямое участие, вернее, Южной Кореи в противодействии северокорейским войскам на нашем театре военных действий. И эти чахлыки, невмирущие северокорейские, в конце концов, здесь и останутся. Может быть, кто-то их там яйца понаходит и иглы поломает. Пише Financial Times, що 3000 КНДРівців вже дійсно тут, ну і CNN це підтверджує, і не тільки. Але додають Financial Times, що не можуть вони навіть слово «фас», жартую, а слово «вогонь» зрозуміти, вивчити, подолати мовний бар'єр, стандартні команди їм не по плечу, цим чахликам невмирущим. А яка ж тоді буде все-таки з них ефективність? Чи, і теж думають, чи будуть вони в штурми йти зараз, чи будуть в обороні стояти, чи це просто якийсь метод маніпуляції, чи на заміну тим військам, які відправлять на Східний фронт наш Путін. Що дійсно з тих, хто не може зрозуміти слово «вогонь», може бути? Ну, головне, щоб вели себе більш-менш по-європейськи. То ж сожрут всіх собак наших, які там є. Вот это ж проблема большая. А ми собачники, ми, так сказати, в этом смысле точно не простим этим чахликам, если они тронут наших псин. А вот если серьезно, конечно, то пока их не будет в количестве там десятков тысяч, мы их не заметим. Ну, реально не заметим. Почему? Потому что, ну, россиян 600 тысяч террористов расположено. Ну, что дадут там 1, 2, 3, 5 тысяч этих северокорейцев? Мы их не увидим. А тем более их не заметит какой-нибудь 155-й снаряд или «Хаймерс»,
или Storm Shadow, который может зайти. То есть в этом смысле проблема это, конечно, не будет, хотя ее надо точно подсвечивать, только не как проблема, а как факт. То есть тогда, когда либо сдадутся в плен, либо мы возьмем в плен, либо там 200-х где-то тела понаходим, либо будет информация такая реальная о располагании, о расположении и дальше выполнение боевой задачи с подтверждением уже самими россиянами. То есть если там накрыть, допустим, батальон, там 1500 при разгрузке, так это точно уже волна пойдет вплоть до Северной Кореи. Ее надо будет подсвечивать, показывать, что они действительно здесь есть. А вот реальные проблемы, не то что проблемы, ну, по крайней мере, надо будет обращать внимание как уже на отдельные части и работать с ними непосредственно, то есть как-то реагировать на это, когда это уже пойдут в десятках тысячах. А вот как только первые 10-20 тысяч, то есть первые там дивизии, уровни дивизионного или соединений, когда появится уже, тогда да, тогда уже надо будет выделять определенное количество средств поражения, потому что надо понимать, во-первых, какими они будут работать, то есть либо российскими, старыми советскими, либо притянут северокорейское вооружение, в зависимости от их вооружения, их профпригодности, которая на данный момент, конечно, никакой нет, то есть они еще не обстреляны. А надо будет на них как-то реагировать. Но если подтянутся южнокорейцы или какие-то из наших партнеров выразят желание помериться силами с Северной Кореей, ну, милости просим, почему нет? Однозначно таки просто. Ну і в Пентагоні вже кажуть, що можна їхню зброю по загрозах зовні і всередині відбивати їх. Патрік Райдер, бригадний генерал, речник Пентагону, каже, що вони не проти, в принципі. І Байден, капітан, президент, очевидність, каже, ну, будь ласка, ось треба буде бити по цих воєнних цілях. Але, тим не менше, може б ще щось дали в Пентагоні, щоб ми по них гатили? Чи, в принципі, вистачить того, коли вони будуть ближче до нашого фронту? Помните почтальона Печкина? Принес посылку для вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Ну, вот примерно так же самое и Байден. Разрешим вам бить, бейте куда попало, да к ракеты дайте, так вот тоже. Да, вот это проблема большая. Нет достаточного количества боеприпаса. Вот та информация, которая сейчас выходит на поверхность, оказывается, с тех 60 миллиардов, которые нам выделил Конгресс и американский народ, мы получили только 10%. Ну, это так мягко, так скажем, слишком большая проблема для нас. Ну, понятно, что само разрешение, если какое бы ни было, или запрет, или разрешение, если нет ракеты, нет дальних средств поражения, то работайте, ребята, называется. Ну, понятно, спасибо, будем работать. Но это и так понятно было изначально стартово. То есть хорошие они партнеры эти заокеанские, забугорные, как угодно, но у них свои задачи. И они их сначала выполняют, а потом уже участвуют или не участвуют в каких-то процессах. Потому, как это кажут, нам свое робить, и потому надо разворачиваться на внутреннее потребление, на внутреннее производство и на наших партнеров по континенту, то есть на европейцев. А вот реально, кто действительно может попасть под проблему, так это европейцы. Потому что европейцам надо эти вопросы решать. Производить свое вооружение, получать свои самолеты. Я сейчас, вот, может быть, не совсем скажу популярную вещь, но я бы уже сейчас бы даже от F-16 начал отказываться в пользу тех же «Грипенов». Почему? Потому что, ну вот смотрите, что Байден сделал. 2 года сопли жевал с F-16-ми. В конце концов, мы пришли к перевыборам этого же Байдена, он уже собирается на пенсию, там, или куда он там собирается, а F-16 мы так и не получили. Так лучше бы мы 2 года назад вообще завязывались бы со шведами, и поверьте, уже в Грипены они у нас бы летали, выполняли боевые задачи, тем более часть вооружения они могут нести, европейских вооружений, не надо было оглядываться на американцев в этом смысле. Потому вот все, что связано с Америкой, ну, оно потом отхаркивается кровью. Вот как бы кто на это ни смотрел, ну, так получается. Все, кто завязались с Америкой, харкают кровью. И те же афганцы, ну, это корейцы, афганцы, вьетнамцы, да даже израильтяне, это же тоже сейчас понятно. Потому нам в этом смысле надо развивать европейское оборонительное сотрудничество, смотреть, как это правильно делать. Ну, а дальше подтянутся американцы что-то помочь, ну, если угощают, чем не угостить. А если не угощают, хай занимаются своими делами, там, забугорными, роют ров с крокодилами от мексиканцев, могут стену Яценюка построить от канадцев, как угодно. Яценюка только
сильно не заводить, а потому он там настроит то ли в попере этих заборов с калитками. Потому с американцем, наверное, мы не сварим борща, это скажем. А вот с европейцами, да. И производство своих ракет, это оптимально, своих средств поражения, особенно баллистических. Ну, мы же страна ракетная, баллистическая, но СС-18, сатана, это в конце концов наша сатана. И ее, это баллистическая ракета межконтинентальная с дальностью больше 10 тысяч километров, 200 тонн ракета, 10 тонн боевой части. Ну, это то, что мы делали, и она до сих пор стоит в россиян, правда, в качестве воеводы уже, не сатаны, а воеводы Р-36М2. У россиян до сих пор на боевом дежурстве. Вот почему они никак сармат запустить не могут? Это же они хотят заменить воеводу на свой сармат, а он никак взлететь не может. Мы уже сколько раз с вами проговаривали. Есть проблема у него с некоторыми механизмами, особенно с стартовыми и двигателями. Та-та-та, як там щось летить, як під Москвою загорівся цех ЦНДІ, де виготовляють деталі для ядерних ракет, для російського стратегічного ракетного комплексу «Тополєм». Знаю, що ви з моїм колегою Ігорем Гаврищаком це обговорювали, пане Романе. Може, є якісь деталі, що нам треба розуміти? Ну і на загал. Я ж так підозрюю, що це диверсії, вони будуть масштабуватися. Ну, как говорят, если звезды зажигаются, значит, это кому-то надо, да, так здесь та же самая картина. Если во время войны горят военные производства, так это нам надо. А раз это нам надо, значит, мы где-то там 100% поучаствовали. Ну, мы в качестве наших спецслужб, хотя не исключаю возможности работы уже сил сопротивления внутри России. Они уже есть, партизанские отряды, определенные группы, ну, естественно, удары, именно вот такие изнутри удары по военному производству, особенно ракетному производству, потому что не просто так некоторые узлы, агрегаты, тополей, это ракеты, баллистика, которую производят россияне, и на этом заводе в том числе, начинают гореть. Вот почему я всегда говорю, нам надо работать по Москве и Московской области. Больше 30% основных средств производства узлов, агрегатов, высокоточных механизмов производится в Москве и Московской области. Начиная от центров принятия решений в банях на Рублевке и заканчивая вот такими предприятиями, не все должно гореть, а туда все должно лететь. Механизмов много, то есть либо изнутри поджечь или как-то угробить с помощью дрона уже по месту, либо туда запустить нашу ракету или наши дроны. Вот гореть должна Москва и Московская область, вот все эти военные объекты. А потом, может быть, и дойдет до москвичей, до москалей настоящих. Это ж москвичи рублевские. Правда, у них там в карманах всех растыканы в основном израильские паспорта, а сейчас уже и китайские. А вот интересное такое, этот самый, на лбу прибит российский паспорт, в левом кармане израильский, в правом китайский. Вот это россиянин, вот представьте. А на лицо бурят бурятом. Но вот это вот принятие решения с Рублевского, ну, естественно, производство в том числе. Причем в Подмосковье есть довольно-таки серьезные, в Дубне, допустим, тот же, там вообще серьезный центр ядерных исследований, который нам очень важен для вывода его из строя. Оттуда все идет, весь негатив, связанный с ядеркой российской. Есть несколько производственных объединений и особенно механизмов по проектированию, проектных так называемых бюро и целых институтов по проектированию новых видов вооружений, и авиационных, и ракетных в том числе. Это все Москва и Московская область. Вот куда надо работать. А туда 500 километров лету. Это же громы. Надо запускать производство громов и масштабировать его. Однозначно просто таки. Пане Романе, хто і для чого злив інформацію про томагавки як секретний пункт плану Зеленського? Це контрольований вкид міг бути нашої сторони, як меседж, дайте, не ганьбіться? Чи навпаки, зі сторони Російської Федерації, чи може якось зі сторони, не знаю, Білого Дому така вічлива публічна відповідь, що ми нічого не дамо? Що це було? Ну, если честно, немножко непонятна вообще проблема как таковая. Да мы про томагавки сколько? 2 года говорим, что нам надо томагавки для того, чтобы доставать до Урала огнецевода. Ну, а что здесь нового? Ну, нужны крылатые ракеты. Вроде же нет, дело не в томагавках как таковых. Нужны крылатые ракеты для того, чтобы 2000-километровой дальности, для того, чтобы бить по уральским заводам. Военные заводы, вот проектное и высокоточное производство расположено, узлов агрегатов расположено
в Москве и в Подмосковье, а сами заводы тяжелые, тяжелого машиностроения расположены на Урале. Это 2000 километров. Тот же Уралвагонзавод, те же танки, там производятся БМП, ну и так далее и тому подобное. То есть нам туда надо доставать, туда надо доносить заряды полутонные. Полутонный заряд может донести либо крылатая ракета типа «Томагавка». У нас просто таких нет на такую дальность. Вот это тип «Томагавка». Либо баллистическая ракета, допустим, какого-то уровня. Ну вот у нас те же некоторые наши разработки, но уже, правда, не твердотопливные, на жидком топливе могут доходить там до 2500 километров. То есть эти разработки надо производить и доставать. Но то, что лежит на поверхности, это «Томагавк». Почему «Томагавк»? Они производятся чуть ли не 50 лет. Их произведено 1000 штук. Их уже несколько тысяч штук вообще утилизовано. Ну, то есть они уже выходят определенные сроки эксплуатации, их утилизуют. Так и мы их лучше по уральским заводам бы утилизировали. Ну, утилизовали. Почему? Потому что они для этого, что и были предназначены. Отправили, и там уже где-то оно утилизуется, где-то на Волге, если не долетит, или на Урале, если долетит, это уже не важно. Главное, в ту сторону, на восток отправить, а где-то там что-то оно навернет. Пусковые установки «Томагавка», сама по себе ракета, в принципе, она простая. Простая даже не просто в эксплуатации, простая даже в уничтожении. Это же та же крылатая ракета, как и Х-55, 555-я. Тот же калибр, тот же, та же, допустим, Х-101. Это все одного класса ракеты, дозвукового класса, полутонный боевой заряд. А Х-55 вообще ее сперли именно с «Томагавка». В свое время еще Советский Союз ее спер где-то и сделал примерно такую же ракету. То есть, по большому счету, ракета рядовая. Пусковые установки, да, там есть воздушного базирования, морского базирования. Но если вытащить, допустим, пусковую установку морского базирования, посадить ее на тележку, на любого уровня, или просто в бетон ее закатать, это будет неплохая пусковая установка. В принципе, так мы уже делаем. Те же пусковые установки на наших гарпунов, так это пусковые установки морского старта. То есть только они на тележках, и мы гарпунами работали по российским кораблям уже с суши. То есть это не проблема абсолютно, тем более, опять же, этот механизм более мощных ракет уже используется. Допустим, система «Иджис» корабельная, противобаллистическая, первая линия обороны американская, она же расположена, допустим, на сухопутье в той же Румынии сейчас, где немцы пытаются ее ставить. Это снятая с корабля пусковая установка, по-моему, МК-42 она называется, там несколько ракет, которые уже закопаны грубо в землю и выполняют боевую задачу старта уже с самой земли. Так же самое и «Томагавк». То есть, по большому счету, это та ракета, которая, в принципе, ну, я бы не сказал, что она там сильно нам надо, просто как один из вариантов ее использования и применения для выполнения задачи уничтожения российских военных объектов на Урале. Это как раз «Томагавк». Почему так как-то, во-первых, в закрытом режиме ее запрашивали? Мы с вами ее запрашивали второй год. Ну, что тут страшного-то? Запросили бы сразу ее, ну, вопросов нет. А когда-то дадут, так же само запрашивали F-16, так же само запрашивали и «Атакамсы», и «Хаймерсы». Ну, сначала не давали, носом крутили, а потом раз — и получалось. И «Томагавки» надо было так в открытом режиме запрашивать, и тогда не надо было сейчас обижаться на то, что течет в Белом доме где-то течет. Да там все течет, вы же смотрите, это сколько лет этим всем белодомовским сопряжуем. Они им уже девятый десяток, там же течет все со всех дырок, и уже и информация в том числе. Поэтому, если не хотите, чтобы кто-то что-то знал, не делитесь. Если два человека знают, значит, знает весь мир. Не делитесь. Или сначала, изначально сразу выводите эту информацию в общий доступ. И надо было наши хотелки обозначать без всяких закрытых механизмов, чтобы потом их вроде как приоткрывать. Иногда кажется, что здесь больше артистизма, чем реальных каких-то политических действий. Ой, однозначно, пане Романе. Дякую вам безмежно за ваш час, за ваші чудові роз'яснення професійні і за вашу позицію. Побачимося ми з вами вже буквально в п'ятницю. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі.
Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України, як завжди, дарував нам нові знання та роз'яснення. Ірина Узлова спілкувалася з ним. Дякую, друзі, що ви всі дивилися нас. Залишайте свої коментарі. Впевнено, вам є також що додати, що сказати, сформувати своє правильне для себе насамперед враження від того, що ви бачите та чуєте. Підписуйтеся на YouTube 24-го і Західнету. Всі ці ваші дії дозволяють нашим розмовам просуватися його просторами. Бережіть себе, вірте в Збройні сили України. Побачимось і переможемо.